Для этих юношей сегодня особенный день. Их поздравляют с новосельем. Ключи от собственных квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в нашем округе вручают несколько раз в год. Жилые помещения предоставляются ребятам по достижению 18 лет. С 2006 года в Дмитровском городском округе реализуется программа Московской области «Жилище». В соответствии с этой программой в 2019 году лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут предоставлены жилые помещения. В соответствии с дорожной картой в этом году должны быть обеспечены 11 юношей и девушек жилыми помещениями. С напутственными словами к ребятам обратился глава Дмитровского округа Илья Поначевный. Он пожелал юношам счастливой жизни в новом доме, достижения всех заветных целей и высот. К словам поздравлений присоединилась и заместитель главы Дмитровского округа Елена Виноградова. А ребята, в свою очередь, выразили благодарность за столь щедрый подарок, рассказали о себе и своих планах на будущее. Сергей Егоров учится в Яхромском колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобилей. А Анатолий Буренин вернулся из армии, учится в Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте. Глава округа отметил, своя квартира – это хороший старт для взрослой жизни, возможность спокойно работать и создавать семью. Приобретенные квартиры находятся в жилых домах во вторичном фонде. Но они приобретаются с муниципальной отделкой, с качественной муниципальной отделкой и в районах с развитой инфраструктурой, где буквально в шаговой доступности находятся магазины, школы, детские сады, учебные учреждения. С молодыми людьми заключается договор специализированного найма на 5 лет. По истечении 5 лет, если ребята будут надлежащим образом содержать свои квартиры, то есть оплачивать коммунальные услуги, сохранять, беречь свое жилье, только после этого комиссия будет определять, возможно ли перезаключить договор специального найма и заключить договор соцнайма. В торжественной обстановке ребятам вручили заветные ключи и приятные подарки, которые пригодятся в быту – микроволновую печь и набор столовых приборов. Совсем скоро молодые люди переедут в новые квартиры, и для них начнется новый жизненный этап. Областная программа «Жилище» действует в Дмитровском округе с 2006 года. За это время квартиры получили более 150 человек.